Конференция Щелковского отделения партии «Единая Россия» состоялась в районном культурном комплексе. Основной темой мероприятия стали итоги предварительного голосования, которое в мае прошло по всей стране. С докладом перед делегатами выступила секретарь местного отделения партии Надежда Суровцева. Так, по Щелковскому одномандатному округу на выборы в Государственную Думу будет выдвигаться действующий депутат Владимир Кононов. Что же касается кандидатов на выборы в Московскую областную Думу, то ими стали Владимир Шапкин, Иван Жуков и Ирина Слуцкая. Кроме этого, Надежда Суровцева отметила, что в предварительном голосовании куда более активно участвовали сельские, чем городские жители. Я хотела бы поблагодарить наши сельские поселения, городское поселение Брянова, потому что процент участия избирателей в предварительном голосовании по этим поселениям составил выше вообще среднего уровня по области. Те, кто стал победителями праймериз, на данный момент считают своей главной задачей подготовку программы действий на будущее. Владимир Шапкин, например, приоритетным направлением в своей деятельности считает благоустройство. Подавляющее большинство наших жителей делают запрос на повышение качества проживания на той или иной территории. А это что значит? Люди хотят жить в новых домах, либо капитально отремонтированных. В хорошем благоустроенном дворе со всеми элементами обеспечения. Кроме того, на конференции были отмечены самые активные партийцы, которые провели большую агитационную работу. Это позволило увеличить явку населения на праймерис. Также в ходе заседания были сформированы списки делегатов для участия во внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».